Меня часто спрашивают: Лена, а как называется твоя стрижка? Кстати, сейчас я волосы выпрямила, обычно они лежат вот так. Давайте я сейчас вам покружусь и еще раз покажу, как же выглядит моя прическа со всех сторон. Ну вот как-то так. Попыталась я выпрямить, чтобы было более понятно, что за стрижка. Короче, название моей стрижки... Его не существует! К слову, своего мастера я искала несколько месяцев, и перед тем, как попасть к моему самому лучшему просто парикмахеру, я наткнулась на такую леди. Я говорю: здравствуйте, хочу подстричься вот так, коротко, что думаете? Она говорит: знаете что, мне вообще-то это не нравится. Что, блядь? Не нравится! Нет, у меня сложилось ощущение, что мы будем стричь ее, а не меня. Это вообще компетентно и профессионально говорить так? Но не важно. Моя прическа никак не называется. Мой мастер придумал ее на ходу из моих предпочтений. Но, конечно же, я перед этим ему показывала фотографии, как бы я хотела. Вот фотографии, на которые я опиралась, я вдохновлялась вот этой красоткой. Вот так, собственно, выглядит стрижка, когда я заправляю волосы за ушко. По-моему, клево. А еще я вам скажу, даже если вы подстрижетесь, как я, эта стрижка у вас будет лежать по-другому абсолютно, потому что у всех, у каждого своя структура волос. Я не знаю, помогла я кому-то или нет, но вот так, такие вот ответы.